Добрый день, уважаемые друзья-майнеры. На нашем сайте, на нашем YouTube-канале вы наверняка могли видеть о том, как мы строим крупные иммерсионные фермы. Я имею в виду от 1000 часиков и выше. Мы строили их в Иране, мы строили их в пустыне, мы строили их в других местах, в которых по условиям договора мы не можем говорить. Но вот сейчас пришло время построить иммерсионную ферму в горах. Вот здесь вот наша трансформаторная подстанция 6 кВт на 0,4. К ней подходят две высоковольтки по 5 мегаватт. Сейчас пока задействована одна сторона. Высоковольтка идет с нашей гидроэлектростанции. Как вы знаете, друзья, вода для иммерсионной фермы значит ничуть не меньше, чем электричество. Вот мы тянем 150-миллиметровую трубу с той же самой речки, которая дает нам электроэнергию, вращая гидрогенератор. Тысячи лет назад, друзья, человечество научилось укрощать природу. Построили водяные мельницы. Пришло и нам время обратиться к нашим истокам. Итак, уважаемые друзья, мы с вами в горах на высоте 2000 метров. Именно здесь находится исток нашей майнинговой фермы. Как вы знаете, для майнинга нам нужна вода. Мы используем ее дважды. Сначала как источник электроэнергии, а потом как способ, как вариант охлаждения нашей фермы. Те из вас, кто не скурил учебник природоведения в школе, знают о круговороте воды в природе. Вот она испаряется с поверхности морей и океанов, в виде водяного пара поднимается вверх, далее скапливается в облака, и в конечном итоге возвращается в виде осадков на нашу грешную землю. Дальше по руслу этой реки стоят гидрогенераторы, которые вырабатывают электроэнергию, которая со скоростью света мчится на нашу ферму, и там происходит таинство майнинга биткоина. Фигурально выражаясь, энергия воды превращается в новенькие блестящие биткоины. Вот здесь мы охотимся на биткоины.
Итак, друзья, наша ферма пока вот в таком вот состоянии. Состояние рабочее. В первую очередь 1000 асиков S17. Часть из них уже майнит, как вы видите. Часть погружена в ванну, еще не запущены. Но вообще планы у нас грандиозные. Мы собираемся освоить все 10 мегаватт электрической мощности, которые сюда заходят. Следующий батч у нас в ноябре придет еще 1000 асиков. И так вот этапами мы будем осваивать эти мощности. Хотел особо обратить внимание на то, что эта ферма необычная. Она необычная по многим параметрам. Ну, мало того, что это вообще самая крупная из известных мне лично ферм, она еще и выполнена не в стандартном варианте. То есть, если вы обратите внимание, в щитках стоят актуаторы, которые позволяют владельцу фермы, который вообще предпочитает проводить большую часть своего времени в океане на своей лодке, дистанционно физически включать и выключать асики. И вообще все параметры асиков, установок, температуры, давления, все мониторится исключительно дистанционно. В этом уникальность этой фермы. Удивительный мовен, вентиляторы мовена, вот решение.